вообще никак я его не так, стаканы. Если что, потик. Вы там в твоей руке, может, ты, кстати. Нам не нужен. Как это сделать правильно? Мы приготовили материалы, то есть что мы используем? Это ненужные, в принципе, никому вещи, да, там это как бутылки пластиковые, лампочки, CD-диски, которые уже использованы. Из них будем разные делать полезные вещи, которые дети могут использовать как бы каждый день в своей жизни. Вот. Это первый раз вы проводите такое? Мастер-класс по экологическому творчеству, да, впервые. Мы так же, как и дети, впервые будем, в принципе, смотреть, как это все получается, как это, ну, будет. Вот. Мы надеемся, что другие тоже, по нашему примеру, смогут как-то, ну, реализовать какие-то различного другого плана программы, тоже проекты, чтобы как-то разнообразить жизнь детей. Меня зовут Дана. Девочки тоже знают. Сейчас давайте. Садина. Мамочки, можно сделать, допустим, мелочную игрушку. Сейчас мы будем с вами это делать, чтобы она превратилась вот в такого вот снеговика, допустим, шапочки, да, и с шарфиком. И мы сейчас сами нарисуете глазки, ротик и носик. И мы, вы оставите себе на память такие вот игрушечки. О, у тебя отлично. Теперь получается у всех, кого сделано. А у меня, а нужно? У меня шапка работает. Сейчас бедро возьми тогда. Такую лучше. Просто сильно не тяните, потому что ткань там такая. Смотрите, да? Да. У тебя отличную лампочку берешь. Как не матовая. Ты не летай в облаках, где-то она сильно немножко обвинула. Попробуй. Это какой? Синенький, это белый. Мы сейчас тебе, не, у тебя синий, мы тебе белый не будем. Сейчас надо шапочку залезать. Давай тебя на нас сделаем. Будешь гулять? Давай играть. Все, у всех готово? Да. Да, давайте рисовать. Настя, это ты там так сильно ходишь, да? Да. Просто снять с другого, вот можешь себе... Держи, чтобы она высохла, чтобы не размазала. Так, нитки уже. Цветочки? Я хочу еще. Что хочешь? Давайте, если все хорошо, но если что, приведу, обрати внимание. Будешь снеговичка делать? Хочешь снеговичка? Я подставила узелком.